у вас детьми! Отошли! Ты посмотри! Смотри, что творят! Ушли! Стрелять начали! Ты смотри, герои повалили мужика, забили, скоты! Вы здесь без оружия, ребята! Да, без, на безоружных нападать в лапу, а на кулаках! Вы пришли в чужое государство! Вы идете на как кулаках, террористы! Давайте, валите отсюда, козлы такие! Твари! Твари! Да, у нас оружие, безоружных легко попадать! Валите нахер отсюда, блядь! Матыря у вас есть, дети есть, жены есть, что вы делаете? Мы здесь дома, я у себя хожу, дом! Ты что, ты пришел, красавчик, что делаешь? Зачем вы пришли? Бабла решили заработать, ёба! Зачем вы пришли сюда? Застрели, может, денег дадут, нахуй! Стоять, не заниматься, вот! Пизди! Неужели? Боже, как вам... С оружием на людей, безоружные! Написано, друг на каске, что это за бой? А кем знает? Выезжайте! Давай, выезжайте! Домой, выезжайте! Мы без оружия, действительно, слабо автоматы на людей безоружных наставлять! Домой давайте! Валите, блядь! Убивайте, стреляйте в нас, стреляйте в бабушек! Вы только, блядь, с мирным населением можете воевать, блядь. Уроды, блядь, аморал. Как вам не стыдно? Нацисты вы, а не мы! Зачем вы это делаете? Зачем? Вот бык вот это вот идет. Вот, бычара, блядь, ладно. Героям слава! Валите отсюда! Валите! В Россию свою! Некуда он едет! Туда разворачивается! Куда ты едешь, урод? Ты посмотри, куда он едет. Да, дави, куда вы едете? Выезжайте отсюда. Уходите. Куда вы едете? Уходите отсюда. О, с оружием, конечно, с оружием. С бабами. Воюйте с бабушкой, которая внуками имеет. Да, воюйте, давай, пистолет наставь на меня. Уроды, блядь. Совести, блядь, у вас нету. Просто. Наглую заходят в село Белозерка. Твари. Боже, вам не стыдно? Вы ж молодые, здоровые ребята. Не стыдно? Пистолет на меня наставлять. Не стыдно? Твари вы, поняли? Все. Вы прокляты будете. Прокляты. И ваши дети. И ваши родители. Улыбаются. Кончены. Идите до дома, идите матерям, женам, детей своих кормить. Кормить своих детей. Продажные твари.
Заработать денег приехали. Да вся Украина видит, у меня прямой эфир. А на кулаках слабо с бабкой сработаться? Они проедут в любом случае. Так кто их трогает? Никто тут не трогает, просто до ума им хочется довести, кто они здесь. Как вы своим детям положили? Хочется нормально жить, мыться по-человечески, купаться в банях. Детей своих водить в кино не хочете? Мама, мне прямо их игнорили. Пожалуйста. Нифига ж не слышу. Скоты. Просто скоты. Мужики, за 50 баксов не стоит это погибать. Выгонять свои хаты, что я зарубила. С бабами, с белозерскими бабами. Города разбили, детей убиваете, твари, блядь. Что вы делаете? Потерявшиеся глаза. Растили сыновей для защиты, а они нападают, нападают. Нападают. Автоматами обвешался, господи. Это правда, да. Это кошмар. Да я ж кажу, неужели тут вонючими ходить, чем парень до баньку? Спать с женой в теплой постели. Нет, по хаткам бегать, по полям. Вы их отстроились! Огороды надо садить. Ноги надо садить. Нет, не стоит. Боже, неужели так можно положить жизнь за такие деньги? Сколько людей убили, что вы делаете? Матеря плачут! Давай.